Иван Николаевич Воронин, участник Великой Отечественной войны, командир пулеметного расчета 1118-го стрелкового полка, 333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт. Сержант, герой Советского Союза. Родился 25 мая 1924 года в хуторе Зазерске, ныне Тацинский район Ростовской области, в семье крестьянин, русский. Окончил 5 классов в Красной армии с января 1943 года, действующей армии с октября 1943 года. Во время освобождения Украины перед дивизией была поставлена задача форсировать реку Днепр, южнее Запорожья. Сержант и комсомолец Воронин, действуя в составе отряда, в числе первых преодолел Днепр и при атаке гитлеровских позиций подавил огонь трех пулеметных точек. В борьбе за захват и удержание плацдарма на правом берегу реки, около села Каневское Запорожской области, он уничтожил более 20 немецких солдат и офицеров. Умер от ран 2 декабря 1943 года. Похоронен в городе Запорожье на Капустином кладбище. Награды. Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза. Орден Ленина. Орден Славы III.